здесь подумайте, пожалуйста, хорошо. Нельзя быть всем для всех. Как вчера говорил ужасный докладчик, когда в фирме Испания, по-моему, ему задавали, а нет, это говорил, следующий докладчик, что нельзя действительно быть всем для всех. Нельзя предлагать и VIP, и низкий класс, но не получится, ни те, ни другие не придут. Точно так же и в гостиничном бизнесе, да и в другом. Пойми, на кого ты хочешь ориентироваться, и дай ему то, что он хочет. Это не специализация. Ну, есть 70 сантиметров высота молочка, это высота массажного стола, и она может играть где-то в пределах 10-15 сантиметров всего-навсего. Да? Поэтому, когда вы молочек делаете для собственной бани, вы тогда ставите именно свой размер, да? Там 70, 72, 68. Вот наша дона, вот это наша дона, дона нашего влияния. Она может быть маленькой, может быть большой, все будет зависеть только от вас. От кого от вас? От вас, от косметолога, будем говорить дальше. Директор, администратор и косметолог. Так. Так. Или специалист. Да. Значит, вот есть некая схема, которая реально. Ну она всем понятна. Вот давайте еще раз. Я не докладчик. Я разговариваю с вами. Поэтому мне очень важно, чтобы вы задавали вопросы. Я на них отвечал. У меня сеть своих салонов, я с 95-го года в этом бизнесе, я много знаю, я много потерпел, я много потерял, я понимаю, как можно, я понимаю, как нельзя. Поэтому мне важно, чтобы вы спрашивали, а я отвечал. Специалисты СПА и Wellness индустрии Украины в номинациях «Лучший косметолог СПА», «Лучший СПА-оператор банного комплекса русской бани» и «Лучший СПА-администратор» показали наивысшие результаты профессионализма. Впервые в этом году прошел конкурс номинации «Лучший СПА-администратор», который стал показателем сервиса в СПА, определил лучшего специалиста сервисного обслуживания. Далее мы бы хотели представителей, партнеров готовиться к выходу на сцену, потому что те, кто есть, мы будем приглашать для того, чтобы вручить диплом. Итак, эксклюзивный партнер Лемью. Торговая косметическая марка Лемью. Постоянный партнер, надежный партнер Союза. Аплодисменты, аплодисменты. Сара Фитенко. Вас, прошу вас, поздравляю. Спасибо вам за поддержку. Организатор вчерашнего вечера, партнеру призового фонда и спонсор события торговая марка Испании Екатерина Олег. Награждается партнер конкурса и место проведения события курортно-оздоровительный комплекс ТЭС-отель. Аплодисменты! Представитель ТЭС-отеля на сцену! Эдуард Геннадьевич Бей!
побежден и столько победителей. Мы все сумели сделать этот шаг. Мы все вместе делаем очень красивый и нужный бизнес. Я желаю всем удачи и процветания. Все, как всегда, великолепно. Все, как всегда, на высшем уровне. Все, как всегда, профессионально. И я, наверное, постоянный партнер «Премьер БТ», отцы нашей компании, поздравляю всех участников, и особенно организаторов. Они, как всегда, заслуживают поклона и аплодисментов. Спасибо.